Ух ты! А вот и красный! Стоишь тут? Ну и стой! Пока я уровень не пройду! Эй, ну ты чего? Шипы же! Упс! Чё-то я про них забыла! Да вода! Да как так-то? Ребята, всем привет! Красный Стикмен Огонек и его подружка Синий Стикмен Водичка продолжают свое приключение. В прошлой серии мы прошли 20 уровней храма, а значит сегодня продолжим с 21-го. Погнали! Это арена, что ли? Неожиданное начало серии. Да-да, но это же хорошо, друзья! Ставьте лайк, если тоже любите всякие неожиданности и сюрпризы, и в атаку! Эй, погодите с атакой! Чё это? Я предлагаю сначала прокачать вас, ну, чтобы вы наверняка победили. Ну всё, в бой! Эй, я хотел хотя бы пару раз прокачать. Да не нужно, игруля, и так справимся. Смотри, как мы легко всех врагов раскидываем. Ну, это пока. Только вот не надо каркать. Во-во. Итак, а вот и босс. Получай, босяра! Воу, победа! Я же говорила. И за победу нам дали 5000 золотых монет, друзья. Берем их и продолжаем наше приключение. О, а вот и храм. Ага, 21 уровень и начинаешь его ты, капелька. Ну такое. Бе-бе-бе. Так, магнит вроде не нужен здесь, поэтому начну сразу проходить. Золотишко у меня. А что за кнопка? Она запускает платформу. И смотри, мой ключ. Ага, и похоже, без помощи огонька его не взять. Давай, дружище, помогай. О, ну наконец-то мой выход. Чё там, кнопку жмакануть надо? Еще и поддержать. Эй! Во, продолжаем. Вот чего ты злишься, красный? Ты помог мне, а я помогу тебе. Переключу рычаг желтый. Эть, и на финиш! Та-дам! Я все! Чё всё-то? Ты рычаг нажала, лифт уехал, и как мне теперь достать до него, а? Упс, чё-то я поторопилась. Ладно, попытка номер два. Так, теперь давай, огонек, заходи на лифт, а капелька тебя снова поднимет. Чё значит снова? Первый раз был без меня, ащета. Так как, если бы он был со мной, то я бы уже 100-500 лет как на финише был. Если бы докабы, а по факту я первая финишировала. Красный ключ у нас, и давай, финишируй, дружище. Супер! Второй на сегодня уровень, друзья, и в этот раз первым начинает красный Стикмен. Неплохо, неплохо. Мне этот уровень уже нравится. Для начала возьму сердечек, а то вода в прошлой серии все жизни потратила. Ля, а чё это сразу я? Ну, а кто ж еще? Больше некому. Здесь все собрал. Двигаемся выше. Опаньки, магнитик. И, судя по всему, без него все золото здесь не достать. Агась, поэтому хвать. А теперь побежали, побежали, побежали. Здесь я не допрыгнуть. Пока. А теперь смогу. О, ключик. А слева чё? Лужа. Тю, да разве ж это лужа? Это так, капля. Это походу сюда. И возвращаемся. Теперь у нас есть путь наверх, и это финиш. Неплохо ты уровень прошел, огонек, кабанчиком. Ну тык. Ну а тебе, водичка, осталось просто забраться наверх, по уже построенному красным Стикменом пути. Ой-ой-ой, прям построенному красным Стикменом. Да я бы и без него тут справилась. Да, конечно, справилась бы она. Как говорится, болтать это тебе не пути строить. Вот, борзота. Следующий уровень. Стикмены поменялись местами, и в этот раз начинает вода. Агася, и, пожалуй, начну-ка я с буквы. Ух ты, а вот и красный. Стоишь тут? Ну и стой, пока я уровень не пройду. Эй, ну ты чего, шипы же. Упс, чё-то я про них забыла. Да вода, да как так-то? Ля, я, значит, жизни собирал, а водица их за полсекунды просадила.
Сорян, поторопилась. Слегка. Ничего себе слегка. Два подряд на одном месте. Ну, я не специально же. Да еще бы ты это специально сделала. Ой, ну было и было. Вот прицепились. А вот теперь можно и финишировать. Крючик только возьму. И золотишко заодно магнитиком. Эй! Чего эй? Ты на прошлом уровне магнит взял, а я на этом возьму. Все честно. Ну, вообще-то да. Капелька права, Огонек. Счет 1-1 по взятым магнитам. Так-то оно так. Но это же не повод не повозмущаться. Вот борзота. Зато, в отличие от некоторых, я на шипах не проиграл. Ни разу. Ну, конечно, не проиграл. Потому что я показала, как их проходить. Ах ты ж! Бе-бе-бе. О, тут очки, я первый. Нормалек. Куда бы пойти? Так как слева пружины, то давай сначала глянем, что справа. В принципе, логично. Ага, здесь самому не успеть. Так что гона батутики. Иха! Яху! Так-так-так. Ну и чё у нас здесь? О, вода. Это ты, Шоль? Ну, конечно, я. Кто ж ещё? Ну, понял. Ладно, стой тут тогда, а я назад пошёл. А чего магнит не взял? Да, ну его. Сейчас возьму. Вода обзавидуется и бузить начнёт. Эй! Хе-хе. Текс, успею или нет? Эй, не успел. Ясно, понятно. Эй, водица, помощь твоя нужна. Чё, не можешь без меня справиться? То-то же. Кстати, а ты чего магнит не взяла? Ну, как это чего? Чтобы огонь не обзавидоваться и бузить не начал. Текс, ну чё, заходи. И потом мне подержишь кнопку. Ага, ещё чего. Эй, иначе уровень не пройти. Ну ладно, ладно. Всё равно уровень-то я первый пройду. Вот же ж! Обломись! Зато я по воде могу ходить. Понятное дело, что можешь. Ты ж вода. Нашла чем удивить. Чё-то новенькое. Уровень по цвету выглядит не как прошлое. Ага, такой более холодный мне нравится. А мне вот не очень. Ну вот и стой тогда. А я пока все разведаю. Погоди, подержи сразу кнопку, чтобы огонь ключ взял. О, отпускай, да я дальше погнал. Ага, еще чего, погнал он, размечтался. Вот же ж, не прокатило. О, а вот и мой ключик. И куда дальше, вправо или влево? Ладно, разберусь уже здесь, а там посмотрим. А здесь у нас монеточки и... финиш. А вместе с ним запертые братья-стикманы, которых нужно освободить. Ну, это мы запросто. Только для разнообразия я, пожалуй, по левой стороне поднимусь. Заодно и золотишко все соберу. Ну все, освобождаем! Стикманы в костюмах гладиаторов спасены, друзья, а значит, мы теперь можем использовать эти костюмы. В них и продолжим тогда. Ха, я первый новый костюмчик затещу. Только аккуратней, здесь на уровне куча шипов. Да не боись, игруля, не проиграю. Тем более в таком крутецком и мощнецком костюме. А вот здесь понадобится помощь синего стикмана. Да ну, сам справлюсь. Оп, и все. О-оу, это была последняя жизнь. Да, ситуация, конечно, опасная. Но с другой стороны, так как я красный, то опасность — это мое второе имя. Ха-ха! Только вот без помощи капельки тебе отсюда не выбраться. Поэтому передаем ей ход. Давай, водичка, спасай красного. Секундочку, ключ сразу возьму, раз уж он близко. А теперь можно и помочь. Запрыгивай на лифт, Огонек. Да легко. Оп. Ну все, забирайся наверх, а я на разведку уровня погнала. Текс. Здесь у нас еще какая-то кнопка, а сверху мой выход. То есть мне сюда и нужно. Но сначала за монеточками схожу. Не пропадать же добру. О, жизни! Хватай скорее!
Фух, теперь полегче стало. Ага, можно проиграть разульку-другую. Не-не-не, лучше не надо. Да я же просто шучу, игруля. Вот развозмущался-то. Так, огонь, давай поднимай воду наверх, и уровень пройден. Это чё, она первая финиширует, шоль? О, да. Вот свезло так свезло. Это подстава подстав. Мало того, что финишировала первой, еще и начинаю первая. Да ё-моё, чё за дела? Просто так совпало. А может и не просто? А костюмчики новые не будешь брать? Не, ну их. У нас же и так новые классные костюмы гладиатора. Ну, в принципе, да. Ну вот, вижу свой ключ. Есть. А справа что? Ой-ой-ой-ой-ой! Фух. Вот это я молодец! Вот это реакция! Тю, просто повезло и красуется! Ха, завидуй молча! Здесь у нас очередная кнопка. И благодаря ней можно оставшиеся монетки взять. Ага, а еще здесь походу снова нужна командная работа. Давай, Огонек, беги наверх и помоги своей подружке. Чё, вода сама не осилила уровень, да? Вообще-то, ты здесь один тоже бы не прошел. Да все бы я прошел, если бы... хотел. Ну так, проходи. Ага, еще чего. Ишь, раскомандовалась. Принципиально не буду. Вот хитрец. И вообще, чего это я должен тебя поднимать? Ты меня поднимай. Не-не-не, дружище. Поднять должен ты, так как возле синей двери вторая желтая кнопка, и вода сможет тебе помочь забраться наверх. Ха! Че, красный, съел? Снова я первая финиширую. Иха! Погоди, капелька. Сначала нужно огоньку помочь. Во-во, подымай давай. Но ведь тогда... Да-да, первым финиширую я. Но так как я тоже возле выхода, будем считать ничья. Ну что ж, друзья, и на этом мы и закончим на сегодня. 7 уровней храма Стигмана пройдены, продолжим в следующей серии. До встречи на канале Игрули ТВ. Всем пока-пока, ребята. Всем покули, ребятули! Ага, до встречи на канале у Игрули!